Вышли на Карлсплац. Карлсплац. Соответственно, церковь Святого Карла. Да, церковь Святого Карла. Где у нас вот там. Говорил, или у тебя мало этих самых? Ладно, не Почему? Надо. У меня много. Там... Зарядилась? Конечно, я 95%. Ну, давай послушаем. Карлсплац. Да, здесь такой вот парк. Вот там, вот это здание, мне сказали, что это Венский технический университет. И у него сова. Много сов. Угу. Вон они там. Совы. Вот. Вот здесь вот такая вот скульптура. Не знаю, что обозначает, но выглядит как скульптура Ежматери, простите. Вечереет. Ярмарка здесь еще не открылась, но ее уже постепенно собирают, поэтому мы пришли, собственно, к вот этому прекрасному собору. Вот он такой красивый-красивый, большой-большой. Там стоит мужик. Круглая, но не замкнутая. С стороны до воды, да, но не поэтому она не замкнута. Она будет сам упирается. В канал. Да, в канал. Ну вот, ее там как раз в одно время построили, ну был городской этот самый. Городские ворота. Не ворота, как это, стена была, стена старого города. Вот. А потом ее снесли, потому что была стена и много ворот. Угу. И они мешали уже развивающимся транспорту, всем вот в каком-то начале 19 века или 20 века построили вот бульвары. И, соответственно, дома все примерно одинаковые в стиле. И потом богатые венцы здесь это, ходили сюда тусоваться. Быть себя посмотреть, показать людей посмотреть. Прямо прекрасно. Они ходили вот так вот на улицу и тусовались в разные стороны. Ходили в разные стороны, тусовались? Да, ну это кафешки были, собственно, вот
трамвайчики ездят. Пойдем дальше, только не по этой улице, а по вот средней. Ну, типа парадная улица такая. Ой. Ты как там? На меня то ли что-то упало. Что-то тяжелое на меня упало. Ну, вроде не накакали. Вроде не. А то было бы это неприятненько. Да, действительно, какие-то вон дорогущие отели. Да, вот он, Гранд Отель. Да, Гранд Отель. Да, этого вполне достаточно для праздничной атмосферы. При этом уникально. Вон там такая световая, красивая. Как какой-то факел горящий, будто точно, как горящий факел. Да, Баден. Ага. Он так приличненько разгоняется, он как... На трамвайчике? Да, Бадена, на трамвайчике? Да. Какая прелесть. Трамвайчик, да, вот специальный отдельный вид для проложенной, загородная такая. Какая прелесть. Загородный трамвайчик. Загородный трамвайчик. Потрясно. Что есть посмотреть в Бадене? Сонное место, там точно такие какое, же термы, какое? Какое, какое место? Сонное. А, сонное. Получается, там термы маленькие, небольшие, более старинные, чем здесь. Mm-hmm. Там очень красивая термос-крыша, она как... А, ну то есть, да, короче, это надо ездить это, в термы, да, отдыхать. А, там термы, какой-то рыночек тоже, маленькие магазинчики, казино. Ну, даже прогулочный курпарк. Курпарк? Да, прогулочный курпарк. Розовый сад огромный, маленький. Да, очень сонный, очень маленький, очень сонный городишко. Ну, такой вот, вот, как раньше, там, в 18 веке отдыхали, знаешь, там приезжали господа на воду лечиться. Ага. Вот они там приезжают, там выехали. Его воды, по-моему, нет. Вот именно такая вот теплая вода. И прогревание суставов. Прекрасно. По-моему, это вполне мой отдых. Завалиться в это, в водичку и лежать. И все, и лежать. Сильный пенсионер. Ну, значит, я пенсионер. Отель Бристоль. Бристоль, господа. В общем, здесь по всей Вене дофига магазинов, где продается медицинский каннабис в разных видах. Конфеты, жвачки, сигареты, которые можно курить. Какие-то напитки, прочее. Например, вот такая вот штука стоит 4 евро. Я, честно говоря, даже не знаю, как к этому относиться. И надо будет посмотреть, можно ли, в принципе, что-то из этого привезти с собой в Москву. Сомневаюсь, но почитаю в интернете, если можно, соответственно, каких-нибудь конфеток с типа каннабисом, типа медицинским, привезу. Типа того, да, конфетку съел и это. И тебе сразу якобы захорошело. На самом деле всего лишь как плацебо сработал.
Да в любом случае, я не знаю, ну как бы сколько там нужно в эту конфету напихать, даже если, например, экстракт какой-то, да, ну там много нужно, чтобы хоть какой-то эффект был, например. Сейчас мы попробуем, я тебе скажу. Завтра. Завтра, с утреца. На ночь кофе нехорошо. Завтра прям посмотрим. Если будешь весь день ржать, то еще работает. Блин, я ржу и так весь день. Мне кажется, на должен быть противоположный эффект. Мы же с тобой уже и так это знаем, что нам пить надо исключительно для запаха, а дури у нас своей хватает. В общем, вот такой вот вечерний город, вечерняя Вена. Одна из таких прогулочно-центральных улиц. А! Продолжаем идти, да, по ночной Вене. Идем опять к ярмарке. Прошлись, идем к ярмарке. По дороге обсуждаем, в какой музей сходить, на какую выставку сходить. Ой. Вот. Здесь рождественские ярмарки пока открылись. Не, ну ты можешь где-нибудь сесть, да посидеть. Пока мы будем с сестрой. Да, может тебя оглянет Винити, посадит где-нибудь отдохнуть немножко. Что? Стойте, сейчас включится. Здоровы. Да. Ой, смотри, там вон это. Что-то мигает. А, помнишь, там это? Какой-то рот, это магические ворота. Магические ворота, елка проходит через нее, превращается в новогодние. Сейчас, смотри. Видишь, они там сзади, вот это ворота. Или что это, я не помню. Типа ворота. Вот, они там сзади, видишь, маленькие, потом они вырастают, хопа, и так, вот точно ворота. И проходя через ворота, видишь, ты там не наряженный, сейчас наряженная.
надо кнопку нажать. Какая она вся знойная. Fabrik müssen wir sagen. Да, шоколад, я принесла. Айда, пойду ты. Айда. Я. 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 Я.